Глава региона Игорь Руденя ознакомился с ходом строительства детской областной клинической больницы в Твери и провел выездное совещание на стройплощадке с руководителями профильных ведомств и подрядчиком. Какие решения были приняты, расскажет наш корреспондент. Процесс строительства детской областной больницы на сегодняшний день набирает темпы. Сейчас на объекте ведется устройство железобетонных конструкций подземного этажа. На сегодняшний день цокольный этаж практически завершен. По словам подрядчика, готовность составляет 90%. К тому же сейчас идут гидроизоляционные и земляные работы. В конце прошлого года возникла небольшая пауза на объекте в связи с корректировкой проекта. Сейчас работы ведутся в соответствии с новым планом. Были присмотрены некоторые моменты планировки. Проектировщики изменили технологические решения объекта, что позволило сократить потоки движения пациентов по больнице. Операционная переехала на первый этаж, что позволяет и экстренных пациентов сразу доставлять со скорой помощи в операционную и проводить соответствующие манипуляции. А следующее изменение – это соединение корпуса А и корпуса Б в единый массив, единый монолит. При строительстве и в оснащении больницы будут применяться современные отечественные технологии, материалы и оборудование. На сегодняшний день на объекте задействована техника и около 50 человек рабочих. К июлю подрядчик увеличит темпы. Будет расширен штат сотрудников до 200 человек и заведено необходимое строительное оборудование. Процесс строительства в среду проинспектировал глава региона Игорь Руденя. Кроме того, он провел выездное совещание на строительной площадке с руководителями профильных ведомств и подрядчиком. На совещании губернатор поставил задачи по повышению темпов строительства, в частности, по увеличению количества рабочих и обеспечению технического присоединения объекта к инженерным сетям. Мы все вопросы обговорили. Понимание финансовых параметров ориентировано на соответствующие ресурсы, в том числе и трудовые, у нас есть. Подрядчик сейчас пока в этих условиях выполняет работы. Решение вопросов, которые раньше не были решены, на сегодняшний день решены, затвердили. Сейчас мы с губернатором еще проговорили по ряду аспектов, которые нас, безусловно, волновали, интересовали, скорректировали ряд параметров. Ну и активная помощь со стороны губернатора области для нас крайне важна. Открытие нового комплекса детской областной больницы на 420 коек позволит создать в Твери современный кластер оказания медицинской помощи, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона. Перинатальный центр, областную клиническую больницу, диагностический центр медуниверситета. На территории кластера будут созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи пациентам.